Здравствуйте, друзья! Закрывающие технологии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Максим Калашников. Отрывки из цикла Максима Калашникова «Третий проект». У знаменитого Брюса Стерлинга есть великолепный роман «Предвидение» об Америке середины 21 века – «Распад». И есть в нем один прелюбопытный эпизод. Крупная автомобилестроительная корпорация финансирует талантливейшего биолога. Этот исследователь сделал не что иное, как живой генератор электричества, способный дать жизнь сверхдешевым и совершенно экологичным электромобилям. Но он сталкивается с тем, что корпорация даже не собирается пользоваться этим чудом. Почему? И тут следует страстная речь одного из капитанов компании. Господи, никто не мог предположить, что проклятый сахарный двигатель будет работать. Дьявольское изобретение, гигантский микроб коробки. Мы создаем автомобили, мы не занимаемся разведением гигантских микробов. И тут они выкидывают этот сумасшедший трюк и... Ну, это просто делает нашу жизнь невозможной. Мы классическая промышленность, мы работаем с металлом. У нас все схвачено, сырье, топливо, запасные части, дилеры. Мы не можем сообщить в лицо нашим топливным поставщикам, что заменяем их сахарной водой. Поставщики топлива – часть нашего бизнеса. Это будет все равно, что отпиливать собственную ногу. Корейцы производят автодетали из соломы и бумаги, но мы не можем поддерживать промышленность, когда автомобили станут дешевле тележки в универсаме. Что скажут профсоюзы? Под угрозой великая американская традиция. Автомобиль определяет Америку. Мы не можем перевернуть все это вверх дном из-за того, что кто-то умный соорудил двигатель из кишок. Этот парень – угроза обществу. Его надо остановить. Люди будут делать автомобили за то время, пока они жарят тост. Проллы примутся строить автомобили из биоотходов и компоста на заднем дворе. Мы окажемся обреченными. Так ты хочешь сказать, что вы достигли огромного научного успеха, но это убьет твою промышленность? Да, вот именно, точно. Не только нас. У нас акционеры, у нас рабочие. Отличный пассаж. В нем ключ к пониманию нынешнего мира и наших задач в нем. Но почему закрывающие технологии оказались отверженными? Почему их никто не пустил в ход? Некоторые до сих пор утверждают, будто социализм – это вечный технический застой. Зато при рыночной экономике научно-технический прогресс бежит вперед так, что только пыль столбом поднимается. Это неверно. Есть открытия, а вернее закрытия, которые с равным успехом уничтожаются и при костном социализме, и при американском либерализме. Денежный строй по-американски, корпоративная экономика и частная собственность могут быть настоящими душителями прогресса. В подтверждение тому расскажем вам поучительную историю. Одним из творцов современного мира можно считать гениального изобретателя и ученого – серба Николу Теслу. Именно ему мы обязаны электроэнергетикой, использующей переменный ток. Именно ему удалось решить считавшуюся неразрешимой задачу по его использованию, отчего стали возможными линии дальних электропередач, узлы гидроэлектростанций и легкие, но мощные электромоторы. Тесле мы обязаны радиосвязью современного типа, люминесцентными лампами и многим другим. А работал Тесла вплоть до самой смерти в 1943 году в США, в средоточии самого динамичного капиталистическо-индустриального развития. Главным делом Теслы стал проект Уорден-Клиффи – станция для передачи на громадное расстояние не только сообщений, но и энергии. Авторитет Теслы в мире был огромен. Он много лет доказывал, что беспроводная передача – дело ближайшего будущего. Если вы читали «А элиту» Алексея Толстого 1923 года, то помните, что города, заводы и воздушные корабли марсиан питались электричеством с нескольких станций по беспроводному принципу. Это отголоски мечты гениального серба. Тесла в 1890-е годы утверждал, что для такой чудо-передачи можно использовать саму Землю и верхние слои атмосферы, доказывая свою правоту опытами. Он считал, что таким образом можно совместить систему дальней связи с делом передачи электричества без проводов.
Кстати, взрыв в Тунгусской тайге в Сибири был одним из опытов Теслы по передаче энергии на расстояние. В 1901 году Тесла попытался заинтересовать своим проектом всесильного тогда Дж.П. Моргана, лидера манхэттенской финансовой элиты. Моргану он сказал, что способен за 150 тысяч долларов построить трансатлантическую линию связи между Нью-Йорком и Лондоном. Морган согласился дать эти деньги под создание компании, где ему достанется 51% акций и права на многие патенты изобретателя. На эти средства Тесла купил 200 акров земли в окрестностях Нью-Йорка, Уорден-Клифф, и принялся строить там станцию с причудливой башней, увенчанной луковкой разрядника. Наперекосяк все пошло буквально сразу. Через 60 дней после подписания контракта с Морганом на фондовом рынке США разразился крах из-за попытки олигарха Гарримана скупить стальную империю Моргана. Между Гарриманом и Морганом началась фондовая война, вогнавшая Америку в кризис. По стране покатилась волна разорений, взвинтились цены, а сам Морган испытывал финансовые трудности. Он начал задерживать платежи Тесле, хотя все первоначальные сметы пошли под откос из-за инфляции. А узнав, что Тесла хочет построить башню больших размеров, вообще пришел в ярость. В 1902 году он вообще прекратил финансировать проект, требуя от ученого возвратить вложенные деньги и не отдавая ему контроля над 51% акций компании. Тесла стал финансировать стройку из своего кармана, засыпая Моргана письмами с униженными просьбами об ассигновании еще 150 тысяч. Но Морган, не отказываясь от контроля над проектом, требовал, чтобы ученый сам искал деньги. Тесла попробовал раздобыть деньги у тогдашнего удачливого финансиста Томаса Райана. Но тот оказался всего лишь марионеткой Моргана. И всесильный манхэттенский олигарх запретил Райану финансировать Уорден-Клиффский проект. Морган был озабочен предложением Тесла о передаче неограниченной энергии беспроводным способом. Бернард Барух как-то заявил Дж.П. Моргану: «Послушай, этот парень сумасшедший. Он хочет дать бесплатную электрическую энергию каждому, и мы не сможем устанавливать наши счетчики. Нам нужно прекратить его поддерживать». И поддержка Тесла внезапно прекратилась. С технической и экономической точек зрения Морган не мог понять, как бесплатная информация или энергия могут принести доходы. Сам Тесла заявлял еще 10 лет назад в журнале Sandy World, что создав в Земле резервуар электрической энергии при помощи его аппарата, можно прийти к тому, что все монополии, зависящие от традиционных методов распределения энергии, прекратят свое существование. Будучи стопроцентным капиталистом, Морган существовал за счет контроля над ценами, распределения энергии и сохранения рабочего класса в интересах гигантских монополий, называемых общественными предприятиями. Таким образом, он просто не мог поддерживать систему, при которой беспроводная энергия и информация будут доступны любому, а принимающие оборудование и машины заменят труд человека. Реорганизация существующей энергетической, осветительной и телефонной промышленности для удовлетворения желаний какого-то эксцентричного ученого едва ли устраивала осторожного финансиста с Уолл-стрит. Вся индустрия, которой не будут нужны кредиты, не сможет передавать свою прибыль банкам. Тесла-бунтарь заключил сделку не с тем королем, писал один из современных биографов Теслы. Марк Сейфер, Никола Тесла, гений из преисподней. Москва. Яуза Эксмо, 2005 год, страница 419-420. К тому же Морган смекнул, развитие электроэнергетики по проводному принципу сулит ему и другим олигархам громадные прибыли, расширяя спрос на цветные металлы, провода и резину изоляция. И вот Гуггенгейм и Барух и сам Морган вложили большие капиталы в добычу меди на Аляске. К несчастью для Тесла, его глобальный план восприняли как угрозу для ряда крупных отраслей, считает Сейферт. Как только в 1904 году стало ясно, что проект известного ученого закрылся, началась настоящая лихорадка вокруг медных месторождений. Ученый унижался перед Морганом и писал ему жалостные письма, взывая к чувству патриотизма и ответственности перед будущими поколениями. Через сотню лет эта страна отдаст многое за честь первой беспроводной передачи энергии. Но все тщетно. Тесла боролся за свой проект до конца, утонув в долгах и скатившись в нищету. Надежда немного забрезжила в 1905, когда гений электротехники нашел инвестора, финансиста Фрика.
Но нужно было, чтобы Морган продал часть своего пакета акций. Морган сделку сорвал. «Я искренне верю в то, что банковские организации представляют большую опасность для нашей свободы, чем вражеские армии. Если американский народ когда-либо позволит частным банкам контролировать выпуск национальной валюты, создавать инфляции и дефляции, то банки и корпорации вырастут как грибы, лишат народ собственности, и дети их проснутся бездомными на земле, завоеванной отцами своими. В этом случае власть, захваченная банками, должна быть передана обратно людям, коим она принадлежит по праву». Томас Джефферсон, третий президент США, 1802 год. Тесла лишился купленной земли. Кредиторы растащили уникальное оборудование, а башню взорвали в 1917 под предлогом того, что в ней прячутся немецкие шпионы. От крушения этого проекта выдающийся ученый, по большому счету, не оправился до конца жизни. Дело было не в деньгах. 300 тысяч долларов по тем временам деньги большие, но для Моргана и Астера, с коими Тесла имел дело до того, 300 тысяч – капля в море. Достаточно сказать, что Астер выбросил на свою яхту 500 000 тогдашних гринбэкс. А Морган тратил в несколько раз больше на произведения искусства. Нет, это сопротивлялась индустриально-капиталистическая система. Беспроводное чудо было настоящей закрывающей технологией. Должны были закрыться многие медные рудники и металлургические заводы, работавшие на нужды традиционной электротехники. Во все эти отрасли были вложены громадные деньги частных инвесторов, которые вовсе не желали вылетать в трубу и лишаться своих денег. В 1931 году Тесла, как гласят апокрифы, продемонстрировал публике автомобиль, который он оснастил 80-сильным электромотором. На глазах журналистов он собрал таинственную схему из купленных в магазине радиоламп и сопротивлений, спрятал ее в коробку со штырями и запустил машину. Она разгонялась до 150 км в час и ездила очень долго. Тесла утверждал, что его устройство черпает энергию из окружающего нас эфира. Но наученный горьким опытом совместного с Морганом дела, всю жизнь сражавшийся с многочисленными охотниками красть его изобретение, гениальный серп разобрал и уничтожил свое чудо-устройство. Нам скажут, что пример с Тесла давно мхом порос и пылью покрылся, но эти случаи произошли совсем в иную технологическую эпоху, если они вообще были, а не придуманы. Хорошо, мы приведем пример совершенно достоверный из самого динамичного времени. Ну и он покажет вам, что господствующие элиты современного индустриального капитализма губят самые великолепные изобретения, если они мешают им потрошить карманы государства и налогоплательщиков, если не позволяют наживать прибыли на огромных подрядах и отнимают работу у огромных отраслей промышленности. В одном из номеров «Техники молодежи» за 1965 год с восторгом сообщалось об опытах канадского ученого, который достиг успеха в запуске в космос спутников самым что ни на есть дешевым способом. Он брал старую 16-дюймовую пушку береговой обороны, растачивал ей ствол до более крупного калибра и стрелял из нее тонким и длинным снарядом со стреловидным оперением. На него надевалась уплотнительная шайба как раз по калибру орудия, которая отлетала прочь по выходе снаряда из ствола. Благодаря этому снаряд разгонялся до такой скорости, что уходил в космос. Это был доктор Джеральд Винсент Булл, человек трагической судьбы. Ее описал знаменитый Фредерик Форсайт в романе «Кулак Аллаха». Булл еще в 1960-е понял, что полеты в космос на ракетах – чертовски расточительное и неразумное занятие. Чтобы вывести крохотную полезную нагрузку на орбиту, надо обнастроить дорогущие башни, которые навсегда сгорают. Две ракетные ступени из трех расходуются на то, чтобы преодолеть первые 150 километров высоты. Вот бы заменить их чудо-пушкой. В 1961-м Буллу удалось уговорить американских военных дать ему орудие береговой обороны и кое-какое оборудование для своего проекта на острове Барбадос. Конечно, пушка не годится для запуска в космос людей и для полетов к другим планетам. Не беда. Он прозорливо решил, все равно в будущем в большинстве своем запускать придется спутники-автоматы на околоземную орбиту в чисто коммерческих и практических целях. А все эти запуски с 1960-х с людьми, обезьянами и собаками так,
опыты и пропаганда с практической точки зрения почти бесполезны. Космос рано или поздно должен стать рентабельным. А для того, чтобы сделать спутники выгодным предприятием, нужно найти способ отказа от слишком дорогих одноразовых ракет-запускателей. 4 года труда по программе Марлет, удлинение ствола пушки, и вот снаряд Булла достиг высоты в 150 километров. Ученому удалось изобрести хитроумную систему, которая разгоняла снаряд в стволе постепенно, снижая ускорение до 200G. Стало быть, стало возможным вкладывать в снаряд аппаратуру, без риска ее разрушения при выстреле. Фактически, Булл проложил второй путь в космос, предложив миру способ запуска, который обходится в десятки раз дешевле, чем ракетный. Но в 1966 Министерство обороны Канады прекратило финансирование программы «Мартлет». Это насторожило американских генералов. Они перевели Булла на полигон в городе Юма, штат Аризона. Отсюда в ноябре 1966 снаряд взлетел уже на высоту 180 километров. Неожиданно в 1967 и американцы отказываются от финансирования программы. Но почему? Ведь стоимость вывода 1 килограмма груза на опорную орбиту в конце 1990-х годов колебалась от 20 тысяч долларов, если запуск делается на многоразовом корабле США типа «Шаттл», и до 6-7 тысяч долларов, если за дело берутся русские ракетчики, согласные работать за гроши. А если стрелять из булловой пушки, то все будет стоить только 600 долларов. Но кому это нужно, если такое орудие отнимет возможность вышибать из бюджета США уйму бабок на то, чтобы строить ракеты и приносить прибыли частным акционерам, которые уже вложили в ракетостроительные заводы миллиарды долларов? И Булла забыли на 10 лет, причем все. И западники, и Советский Союз, где военно-промышленная элита поступала в точности так же, как и американская. Ведь и наши столпы общества знать не желали о тех решениях проблем, которые не требовали бы миллиардов из казны, труда тысяч рабочих и кучи всяких институтов. Тогда неукротимый Булл решил заняться другим – артиллерией. Какие пушки нужны сейчас? Дальнобойные и очень точные. Так, чтобы можно было поразить врага до того, как он сможет вас достать своими залпами. Да еще было бы неплохо обойтись при этом без дорогих ракет, ведь снаряд и дешевле обходится, и летит быстрее. Булл смог усовершенствовать 155-миллиметровый снаряд так, что он стал летать в 1,5 раза дальше обычного. В 1972 доктор создал гаубицу ГК-45, которая превосходила по дальнобойности все гаубицы мира. Но этими достижениями не заинтересовались ни НАТО, ни СССР. Почему? Пентагон уступил давлению могущественного лобби ракетостроителей. Им не хотелось, чтобы Булл оставил их без заказов на тактические ракеты, которые стоили в 8 раз дороже снарядов канадского гения. Правда, изобретение Булла все-таки взяли на вооружение в ЮАР при негласной помощи ЦРУ. Что, впрочем, не помешало американцам упечь Булла за решетку за незаконное вооружение расистского режима буров на юге Африки. Когда он вышел из тюрьмы, именно буры спасли его от нищеты, заплатив за разработанные им гаубицы 2 миллиона долларов. В этот момент его могла переманить к себе Москва, но она его не заметила. А самым проницательным оказался иракский правитель Саддам Хусейн, который в 1988 пригласил Булла в Багдад, чтобы делать суперпушку, способную метать снаряды либо в космос, либо на другой конец Земли. И Булл почти создал это орудие. Если бы 22 марта 1990 года его не пристрелили в Брюсселе. Кто? До сих пор неизвестно. Скорее всего, то была израильская разведка. А на закуску мы приберегли вам самый свежий на момент написания третьего проекта пример. В июне 2004 года журнал «Популярная механика» сообщил об удивительной технологии американской компании Apollo Diamond из Бостона, которая отработала технологию получения сверхдешевых алмазов ювелирного качества с помощью лазера, воздействующего на пары углерода. Отцом новой технологии стал Роберт Линарес, талантливейший ученый. Зачем ему алмазы? Нет, не для ювелирного дела. Искусственные алмазы ювелирного качества потребны прежде всего как материал для компьютерных микросхем будущего. Но алмазная индустрия не в восторге от их планов, в чем убедился Линарес-младший 5 лет назад, посетив конференцию в Праге,
Во время перерыва к Линаресу подошел человек и посоветовал быть осторожнее. Он сказал, что исследование моего отца – верный путь получить пулю в голову, вспоминает Линарес. В июне 2003 года Линаресу совместно с компанией Genesis удалось совершить фантастический прорыв. Они ввели бор в кристаллическую решетку искусственного алмаза, отчего он приобрел качество так называемого проводника P-типа. А затем удалось превратить искусственный камень и в проводник N-типа. Ликованию не было предела. Вот он, возможный прорыв для компьютерной индустрии Америки. Ведь микросхемы становятся все меньше и греются все больше. Кремний, из которого чипы делают до сих пор, скоро начнет плавиться и течь. Замени кремний на искусственный алмаз и двигайся дальше, обставляя европейцев и японцев. Но не тут-то было. В разговорах с главными шишками компании Intel выяснилось, что они даже не знали о последних достижениях в области алмазных полупроводников. Кришнамутри Суминиат, один из боссов компании Intel, говорит, что освоение нового материала занимает около 10 лет, а в кремний вложено столько, что отказываться от него компания не намерена. Джошуа Дэвис, «Алмазный век грядет», популярная механика, июнь 2004 года. Так что даже в компьютерных технологиях есть свой застой. Крах нефтяной экономики кроется в работах по освоению холодного термоядерного синтеза. Что это такое? Это способ извлечения энергии за счет соединения атомных ядер вещества не в огромных сверхдорогих реакторах при звездных температурах и чудовищном давлении, а с помощью воздействия на вещество простыми вещами – ультразвуком или электромагнитным полем. При комнатной, можно сказать, температуре. Если такие дешевые установки будут построены, то реакторы холодного синтеза размером с чемодан можно будет ставить везде, получая энергию, которая практически ничего не стоит. После этого можно будет спокойно разбирать на металлолом буровые вышки, скважинные насосы и трубопроводы, восстанавливая экологическую чистоту. Впервые о холодном термоядерном синтезе заговорили в 1989, когда американский ученый Понс и его английский коллега Флешман заявили, что им удалось запустить термоядерный реактор при комнатной температуре. Однако ажиотаж быстро спал. Серьезные лаборатории не подтвердили явление. Холодный термояд отнесли к разряду шарлатанской лженауки. Серьезная наука подвергла его анафеме, вытеснив работы по холодному термояду в частные и любительские лаборатории. Правда, весной 2002 года академик РАН Роберт Нигматуллин вместе с двумя американцами из Оакриджской лаборатории заявили, что им удалось запустить холодную реакцию, обрабатывая ацетон ультразвуковыми волнами. Однако другие физики заявили, что опыт, воспроизведенный ими, таких результатов не дал. Словом, на холодном синтезе можно было бы ставить крест. Но в мае 2004 года случилось сенсационное событие. Министерство энергетики США вдруг заказало повторный анализ результатов исследований в области холодного термоядерного синтеза. Официальные физики встретили это решение бурными протестами. Однако это ничего не изменило. Торжествующее интервью журналу «Популярная механика» дал один из приверженцев идеи холодного синтеза, глава фонда новой энергетики Джин Малав, который продолжал исследования в своей лаборатории и ежегодно проводил семинары специалистов по нетрадиционной энергетике. Спустя 4 дня, 14 мая 2004 года, Малава нашли убитым ударами ножа в шею и голову. Примеры эти очень красноречивы. В этой книге мы пишем очень много о русских волшебных технологиях, но поверьте, такие же потрясающие идеи и отличные изобретатели имеются и на Западе. Только и там всех этих изобретателей-революционеров буржуи послали на три буквы. Понеже они тоже способны погубить целые отрасли с огромными частными интересами. Потому что они грозят поломать громадные производственные циклы, в которые вложены многие миллиарды долларов, выбросить на улицу миллионы людей, которым в новом технологическом укладе не найдется работы. Возможно, в современном мире хорошим тоном считается чинить препятствия революционным открытиям и душить их в зародыши, вместо того, чтобы поддержать и помочь им. Эгоистические интересы, педантизм, глупость и невежество идут в атаку, обрекая ученых на горькие испытания и страдания, на тяжелую борьбу за существование. Такова судьба просвещения. Все, что было великого в прошлом,
поначалу подвергалась осмеянию, презрению, подавлялась и уничтожалась, чтобы позднее возродиться с большей силой, победить с еще большим триумфом. Это написал Тесла в 1905-м. Звучит очень злободневно. Но если бы все ограничивалось замалчиванием закрывающих технологий, увы, есть свидетельства того, что эти технологии просто уничтожаются как опасные конкуренты. Этих свидетельств у нас пока не столь много. Однако о печальной судьбе советской биотехнологии после 1991 года уже известно. Летом 2002 года корреспондент газеты «Стрингер» Елена Курасова побеседовала с российским патриотом-биофизиком, с одним из тех, кто был вынужден искать приложение своим знаниям и умениям на чужбине. Имя свое он просил не раскрывать. Слишком опасно. Не стоит воспринимать наши слова о совсем недавних страхах западных корпораций перед нашей наукой как неудачную шутку. Боялись и еще как. Потому что после 1991 года буквально охотились за носителями великолепных технологий. Пример? Извольте. Цифра по инсулину для диабетиков, который РФ закупает за рубежом, это что-то вроде военной тайны. По слухам, они колеблются между 300 и 600 миллионами долларов в год. При федеральном бюджете РФ всего в 64 миллиарда долларов в 2002 году. Крайне внушительная сумма. Это государственный заказ. Диабетики получают лекарства бесплатно. Можно себе представить, сколько получают в виде взяток и откатов наши медицинские чиновники за все эти закупки инсулина от иностранных фирм. За что им платят? За то, что общими усилиями чиновников от науки и медицины у нас пришли к тотальному решению. Своего инсулина в России нет и быть не может, а следовательно закупать его всегда придется за границей. С гневом и горечью рассказывает наш собеседник. Адреса и явки называть не буду, перечислю только технологии, по которым исследования закрыли. В середине 1990-х у нас из свиного инсулина путем замены одной аминокислоты получали инсулин, пригодный для человечества. Тогда это был новый путь, гораздо более дешевый, нежели западный. Генный инсулин вырабатывали на специальных установках, но и это заглушили. Потери нашей страны сотни миллионов долларов, а конкретные люди получают сотни тысяч себе в карман. Еще одна уничтоженная разработка – это подсадка клеток из поджелудочной железы в печень диабетиков. Наблюдения показали, что часть больных вообще переставала нуждаться в инсулине. Но это противоречит истории экономического развития человечества. Если на Западе уже истратили миллиарды долларов на производство генно-инженерного инсулина и модифицированного свиного инсулина, то они никогда не допустят появления такой технологии. Разве нефтекомпании, например, которые пожинают прибыли с торговли бензином, допустят появление топлива из простой воды? Нет, конечно. В фармацевтическом бизнесе законы те же. Так что в закрытии лаборатории, где проводились опыты по излечению диабета, принимали участие российские силовики. Хорошо они тогда поработали на иностранного дядю. Какие силовики? Полной информации я не располагаю. Эти методики были только у нас? Тогда да. Сейчас аналогичные методики разрабатываются в Англии, Оксфорде, но их там, скорее всего, тоже заглушат. Есть ли другие лекарства, на которых русским не дали заработать? Это антибиотики. В Новосибирске на НПО «Вектор» задавлено производство целого ряда генно-инженерных лекарств, которые можно использовать при лечении онкологии. «Вектор» мог перекрыть кислород огромной западной индустрии, которая обслуживает раковых больных и тянет на их лекарственное обслуживание несметные бабки из карманов людей, из бюджетов и страховых компаний. И вот «Вектор» объявили советским монстром военно-промышленного комплекса, который занимался подготовкой биологической войны. Сначала ему перекрыли финансирование, а затем продали «Вектор» транснациональной корпорации «Промега». Так страна лишилась этого ноу-хау, лишилась возможных прибылей. Хорошие векторовцы, человек 5-10, работают теперь на иностранцев, получая до 10 тысяч рублей в месяц. Этакий островок чужого благополучия на нашем интеллектуальном генном материале. Да, во-первых, на нашем генном материале, во-вторых, на наших дешевых реактивах, на которых в России есть дотации, а там нет. Так что скупают и дешевый материал для разработок, и сами дешевые разработки. Потому что наши специалисты все равно обходятся дешевле западных. Там ученым того же класса пришлось бы платить сотни тысяч долларов в год. Те же западные фирмы сегодня стали активным лобби.
обороты транснациональных фармакологических корпораций Селлеры, Лили Берингер, Байера или Новалиса составляют сумму порядка 6 миллиардов долларов в год, 1/10 всего нашего госбюджета. Они используют связи не только ради получения госзаказов, возможности использования сырья или русских интеллектуальных ресурсов. Самое страшное, иностранцы давят или скупают на корню конкурентные разработки. Вот так. Нужны ли комментарии к этим примерам? Вы по-прежнему считаете, что закрывающие технологии ждут в сегодняшнем мире с распростертыми объятиями? Что их не уничтожают подчас вместе с создателями? Я лично в этом сомневаюсь. Автор Максим Калашников. Отрывки из цикла Максима Калашникова «Третий проект». Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.